Привет, с вами интернет-магазин «Новая фантазия». А вот это мы собрали несколько 3D-пазлов из серии «Мини-Злипа». И я хочу вам показать, как круто все выглядит. Когда из маленькой коробки собираешь этот пазл, там 30, по-моему, около 30 деталей. И получается вот такая красота, которая к тому же еще и действует, и все крутится. Домик на дереве. С этой стороны качели. То есть, казалось бы, недорогая игрушка в маленькой упаковке. Смотрите, сколько всего можно собрать. Очень прикольно получилось.